Bəli, mən sizi anladım. Sadəcə mənə nağd şəkildə ödəniş eləmək sərf eləmir. Yalnız kartla. Əgər sizə uyğundursa, mənə yazın. Всем привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. Мне часто пишут по поводу разнообразия, что почему все одно и то же, почему нету домашней еды. Так вот, домашняя еда и разнообразие выглядит очень аппетитно. Приготовила мамочка. Здесь также у нас тортик, кусочек мутелла. Вот, я думала Марс, мутелла называется. Здесь такие вот огурчики маленькие, они как-то называются корнишоны, что ли. И капустка, лавашек, все как полагается. И давайте приступим, попробуем. Так. Мама сказала, немного с перцем переборщила. Просто новый перец мама купила. А он очень острый, очень-очень. Так, попробуем мясо. Это тушеное мясо. Картошка. Как это вкусно. Просто очень остро. Сегодня классная погода. Должны с парнем погулять. Куда-то сходить. Снимать не буду. Просто погуляем. А то он уже со мной ругается. Он, подружки, все пишут, сколько можно Айка сидеть дома и рисовать эти бумажные сюрпризы, погнали гулять. Я понимаю, что они правы. Всю свою молодость сидишь дома, снимаешь видео. Но мои близкие не понимают одной сути. Я получаю удовольствие от этого. Я не чувствую себя ничуть не ущемленной. Я вообще домосед. Мне в кайф сидеть дома. Я обожаю сидеть дома. Для меня это самое классное увлечение. Сидишь дома, смотришь ютубчик. Я вообще человек зависимый от телефона. Даже помню, когда маленькая была, я одна из первых начала как бы вести соцсети. Одна из первых начала смотреть блогеров в ютубе. Когда я говорила своим подружкам, я смотрю такого-то блогера. Все в смысле блогера. Я, например, говорила, а вы видели, у этого блогера вышло новое видео. В то время это была Катя Клэп. Там не знаю, кто у нас еще был. Маша Уэй. Я обожала Машу Уэй. Была такая красотка всегда. Но, в общем, это не только сейчас, потому что я блогер. Я снимаю контент и зарабатываю на этом деньги. Нет. Я с самого детства такая. Все детство я просто была зависима от телефона. И тогда я смотрела бьюти-блогеров. Я была зависима от бьюти-блогеров. Покупки всякие. Я думала, я вырасту, и у меня тоже будет дохрена косметики. Там копила денежки. Шла, покупала. Например, люди ходили в кино, домино, там, не знаю, подружки. А я эти деньги тратила на косметику, которую рекомендуют блогеры. У нас рядом с домом была Пятерочка. И косметика, которая продавалась в Пятерочке, мне казалась очень дорогая. Там Maybelline, Пупа. Я копила-копила и шла покупала себе, например, пудру от Пупы. Я думала, вау, вот это я купила. Ждала скидок. А в магазины такие, как Рив Гош, вообще стеснялась заходить. Я думала, меня выгонят, а тут скажут, мелкотня тут пришла.
И в этом смысле не было подружек у меня в школе, которые разделяли бы мои интересы. Целый день с телефоном, вот реально. Я была просто зависима. И так по сей день. И вы знаете, когда я была совсем мелкая, у нас не было телефонов. Когда у меня появился телефон? Не помню. Ну, в общем, я сама себе думаю, как я жила раньше без телефона. Ну вот как. Я вчера решила, что мне нужен новый ноутбук, чтобы вы видели видео в лучшем качестве. То есть я ставлю на своей камере минимальные настройки, просто потому что у меня компьютер это все не тянет. А зачем покупать еще дороже камеру, например, как делаю это я, если все равно твой компьютер это все не тянет? То есть какой-то замкнутый круг получается, не правда ли? Поэтому я решила выбрать себе нормальный ноутбук. Компьютер я не хочу стационарным, потому что он много места занимает. Тем более мне удобно монтировать лежа. Я все лежу, когда монтирую. В общем, я-то вообще ноль в компьютерах. Не знаю никакие параметры. В ютубчике нашла видео, как выбрать компьютер. Посмотрела его и эти параметры ввела в ютубе, ввела в этом магазине и поняла, ничего, так можно купить ноутбук за эти деньги. Но потом я нашла видео, как купить компьютер именно для видеомонтажа. И там говорят, процессор нужно Intel Core i9. Я решила посмотреть, сколько же стоит Core i9. Я была просто в шоке. Ребят, 200 тысяч рублей стоит. За 200 тысяч можно купить, не знаю, комнату в Саратове где-то. Я офигела от цен, но мама говорит, если покупать, покупать уже хорошие, чтобы вы могли видеть видео в качестве 4К. Я хочу улучшать качество, особенно для моего второго канала, для моего ребеночка, который развивается и развивается и развивается. В общем, если покупать, покупать хороший, а хороший ноутбук стоит, блин, как моя почка, извиняюсь, да? А у меня столько планов, столько всего. Вы знаете, дело не только в качестве видео. Еще такой момент, это как бы будет сокращать мне работу. То есть, если обычно видео сохраняется, например, в течение 15 минут, это видео будет сохраняться в течение 3 минут. Это автоматически экономия времени. И по идее, мне будет удобно, если у меня будет мощный компьютер, который сразу, например, загружает. Давайте лавашек вот так макнем. Ну, блин, очень остро. Это прям нечто. С другой стороны, я понимаю, что я коплю на машину и все дела. Но в любое свое дело, которое приносит тебе доход, нужно вкладывать. Обязательно. Например, человек открывает ресторан, он покупает там мебель. Правильно? Даже мой стоматолог, которого я вам так хвалю, он постоянно, оказывается, едет там в разные страны. В Германии недавно был, но мне так рассказали.
на увеличение квалификации. По идее, это тоже стоит денег, он теряет свое время, потому что за это время он может принять клиентов, заработать деньги, но при этом улучшает качество своей работы, получает новые знания. Поэтому это всегда плюс. Я думаю, машина даже подождет, ничего страшного. Надо купить хороший ноутбук. И это, кстати, не MacBook. Почему-то все думают, что если хороший ноутбук, это сразу MacBook. Нет, MacBook вообще не хочу. Программа для монтажа там будет стоить баснословных денег. Та же программа монтажа, которая на Windows, идет намного дешевле. Поэтому не хочу. Хочу платить не за бренд, а именно за мощность. Чтобы был мощный процессор, оперативная память. Короче, все-все-все. Я просто на минутку решила посмотреть на свои параметры, то есть параметры моего ноутбука, который у меня сейчас. Я посмотрела, это Intel Core i3 у меня. 3. А я собираюсь 9, то есть в 3 раза лучше. Я просто задала себе вопрос, Айка, как ты монтируешь на этом? Как? Он не глючит, все с ним замечательно, просто он слабенький компьютер сам по себе. Например, я кидаю файл в программу для монтажа. Чтобы он начал работать, мне надо, чтобы этот файл туда загрузился. И на это уходит где-то 15 минут моего времени. А за эти 15 минут я могу уже где-то, не знаю, пол видео смонтировать, к примеру, да? Смотря какое видео. Это все мое время. И плюс то, что папа привозит новую камеру. Не имеет никакого смысла, если компьютер тот же. Если сжимать изображение, снимать на самых низких, параметрах. То есть какой смысл? Купила камеру. Вот. Так что вот так вот. Я знаю, сейчас в комментариях начнут писать, мол, кто-то снимает на телефон и ничего, почему ты так запариваешься и так далее. Кто-то снимает на телефон, замечательно, я рада за них, все отлично, я никому ничего не предъявляю. Просто для меня очень важно развитие, развитие во всем. Например, чтобы мой канал развивался, мои отношения как-то развивались. Я не могу стоять на месте, мне хочется лучше. Даже просмотры, если будут идти вниз, например, на меня перестанут смотреть, я никогда не пожалею о том, что я как-то улучшаю свое качество. Посмотрите как-нибудь, если у вас будет время, мое первое видео. Это просто такой стыд и срам. Вот я вам абсолютно честно говорю. Я его не удаляла, это первое видео, хотя очень хочется. Посмотрите, как я там разговариваю, какое у меня качество. У меня нету микрофона, я снимаю на телефон, выгляжу ужасно. Прошло с тех пор 3-4 года, и я сильно изменилась и в плане подачи себя, и в плане качества, поэтому надо двигаться только вперед. Я поела, наелась, было очень-очень вкусно, правда, очень-очень остро. Для меня остро. Не забывайте подписываться, ставить лайки. Всех люблю, целую.